Кубу Степан Белюга, Иркутская область. Красного Ухана Дмитрий, Алтайский край. Yeah.
Все я могу выдать предложение боя Степан Делюга, представитель Ингушской области. Боксом занимается 7 лет, на ринге провел 90 боев, 74 из них одержал победу, имеет и выигрыш 6 разряд, и является победителем первенства Ингушской области 2021 и 2022 годов, призером первенства вооруженных сил России 2021 года. В настоящее время тренируется под руководством тренера Велюга Владимира Амалибекова Ильдияра. Thank you.